Вопросы роста доходов населения и укомплектования кадрами медицинских организаций Алтайского края рассмотрели на заседании правительства региона. Его провел губернатор Виктор Томенко. Нехватка кадров в здравоохранении уже набила оскомину, и комплектование больниц и поликлиник кадрами – приоритетная государственная задача. Сегодня в крае порядка 8 тысяч врачей и свыше 21 тысячи средних медработников. Не хватает в среднем около 30% сотрудников. Виктор Томенко поручил главе профильного министерства Дмитрию Попову разработать поэтапный план и новые механизмы решения кадровой проблемы, а также изучить кадровую ситуацию в частной медицине. И мы должны сказать спасибо отрасли за то, что она делает, но этого недостаточно. Мы как правительство не можем быть удовлетворены этой работой. И должны от органов управления в сфере здравоохранения потребовать амбициозных планов и программ, которые позволят в каком-то обозримом будущем эту ситуацию преодолеть. Обсудили в правительстве и борьбу с бедностью. По итогам прошлого года более 400 тысяч жителей края имели доходы ниже прожиточного минимума. Это значит, что уровень бедности составил 17,5%. В соответствии с региональной программой к 2030 году он должен снизиться вдвое. Виктор Томенко подчеркнул необходимость адресной работы с нуждающимися. Говоря про борьбу за этот показатель, про борьбу с бедностью, мы должны целенаправленно, конечно, акцентировать свое внимание конкретно на тех мерах, которые касаются вот этой категории, значит, жителей края. И этим вопросам уделить особенное внимание.